Жители поселка ЖБИ близ сортировки просят обеспечить их общественным транспортом и заасфальтировать дороги. Также они жалуются на отсутствие освещения на улицах. Сейчас, чтобы выехать в город, им приходится преодолевать пешком несколько километров и выходить на загруженный транспортом автобан. В проблеме разбирались члены общественного совета Карагандинской области. Мы без света. Я говорю, когда будет света в темном царстве? Помните, я вам сказала? Когда будет? Жители ЖБИ жалуются на отсутствие освещения во дворах и асфальта на дорогах. Но это еще полбеды. Главная проблема для них – отсутствие автобусного сообщения с городом и сортировкой. Единственный 27-й маршрут не заезжает к ним, а останавливается на автобане. Дойти до остановки – тот еще квест. Отсутствует освещение, отсутствие дорог, отсутствие удобного передвижения людей – отсутствие школ, садов, каких-либо центров для наших детей. Вот все эти вопросы очень нас волнуют, и мы надеемся на обратную связь, надеемся на помощь, надеемся на наше государство, которое нас увидит, услышит наконец-то и сделает что-то для простого народа. Свои проблемы жители не раз поднимали на встречах с госорганами. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как о проблеме узнали члены областного общественного совета. По их инициативе на место выехали аким района сотрудники полиции. Сегодняшнему выезду сделайте ответ, точную дату поставьте. Если не укладываетесь до 1 ноября, ставьте точную дату, там запасом до 10 ноября. Сегодня нас администрация заверила о том, что буквально в начале ноября, я думаю, 5-10, до 5-10 ноября, остановка автобусная будет перенесена туда, в поселок. До сегодня городским акиматом площадка подготовлена. Единственное, павильоны для остановок будут решаться. Будем надеяться, что они тоже будут установлены. Решение вопроса по освещению тоже стоит. Это, конечно, не все сразу. После выезда члены общественного совета дали рекомендацию уполномоченным органам по установке в поселке остановки. Власти обещают, что автобус начнет заезжать в ЖБИ уже в ноябре. Айя Мамрина, Ужас Габасов, Роман Копылов, телеканал СРРК.